Сегодня 16 июля 2016 года. Мы находимся на набережной реки Обь в городе Барнауле на речном вокзале в районе нового моста на дистанции. Ольга Милосердова проводит свою очередную тренировку. Всех приглашаем на это место потренироваться. Правда, официально здесь купание запрещено, но потихоньку можно. Всем привет, Ольга передает. Кстати, есть турники, вот отдыхающие, как всегда здесь бывает, это парус, гостиница, ресторан, а это Ольга Милосердова. Хорошая погода, солнечный день, несмотря на то, что обещали дожди. Это Кеша прилетел. Все, 5 минут, заканчивает
Есть заплыв. Еще раз. Все, спасибо.